Оно четко лучше моего. Что отдавать? Такое? Отдавать? 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 Тебе надо пауза? Сейчас туда три сердоля объебеню, блядь. Я... Кто сердоль? У меня редкок из говна и палок. Уже подав выиграл сферу. Алло, блядь, пацаны, подарите кто-то сферу, нахуй, ебана в рот. Ты и так выиграл одну. Я одну выиграл. Я не выиграл, я Войт, я не выиграл. Ты самый первый выиграл, Войт. Да, где, да. где? Сказочник. Ты решил наебать. А, да, сори. А, да? Я не увидел. Мне, подарите. Подарите сферу, подарите. Наебал, блядь. Ну, не, я не увидел, она просто внизу сумки где-то лежала там, я думал, не слышишь. Тарасонг. Зачем тебе палка, если у тебя меч столько же спадает? Нет, там за счет еще одной дырки лишней и плюс еще чарки у меня будет больше еще СПД. Ну вот в пятницу с вечером или в субботу вечером. Че, вы как там, блядь? Печально, все, у нас хил был такой, что... Ну, поменяли, короче, его. Нашли нового, да? Да. А кто это? Тоже Эршама. О, два Эршама? Бухаст. Да, ну нам Кера нужна же. А, типа вместо того другой шаман, да? Вместо того шамана, этого шамана, да. А что, шаман пиздатый? Ну, в хосту собран, мне это уже нравится. Ну, у меня мой в хосту собран. Ну, у нас, короче, нуб остался, блядь. А что там по ДПСу пацаны дают, блядь? Нет, ДПС нормально все у нас сейчас. Девятка, почти девятка, девятка, восемь, семь с половиной, семь с половиной, семь с половиной. Ну, заебись. Угу. А, рыбу точно, что я бегаю туда-сюда? Там будет танки просаживаться, не до хила. А ты исполин танчит, нихуя себе, я вообще охуел, блядь. Ну, вообще-то да. Чухуевать, он ДКшкой танчит. Ну, воином танчит. У меня только, блядь, вара на этом серии еще нету. Я сейчас на X2 фулл контент. Паладин танчил, и Мишка не танчил. Мишка не танчил? Нет. Хочешь, да? Могу медведя дать? Нет, у меня друид есть. Давай, Пал, ну, вы там, ну, вы там и хил, и кот. Пал, ты первый, если что, я второй буду сдавать. И сразу освобождаю. Бьёрн будет только через месяц, поэтому, ну, в лучшем случае, поэтому... Можно хупи, ну, да. Одевайся ты. Сука, я Эршаму хочу. Гудлик в опум мира, блин, куда-то уходит, я до него не достаю никогда. Он подальше, чтоб не умереть. Где бомж-то твой? На. Ирос, хочешь, я на него истерию кину? У нас, короче, тут 49 попыток, и мы на нубе. Сейчас посмотрим, что будет. 5, 4, 3, 2, 1. Ничего себе, 49? Угу. Чё он? А чё это такое, блин? Ты Майкла Джексона присмотрелся, этот парень. Он на ком вайпнулись, Войт? На червях один раз. Печально. Мы, кстати, когда собираемся в среднем? Алло. Фикум. Что? Ну чё там? Чё решаем? Ждём. Сколько ещё? Минуту целую? Минуту. А, Геру? БЛ. БР и БЛ. Ну, БЛ похуй. Ну тут в курсе, да? Все в курсе этой хуйни, что тут 6 сфер всего, что бьет их супер ответственный человек. Лица Фобуса. Я отвечаю. И тратим половины... их максимально с пользой. Блять, у меня опять ком завис, я в главное меню вышел, блядь, это пиздец начало. Ну, насчет одного танка, конечно, очень кайфово звучит. Я бы, в принципе, согласился побить, вот. Но? Но там, в принципе, даже хант может, ну, откатываться ко вторым жукам. Вот, допустим, выходят жуки, ближайшего ты напуливаешь на меня. Второго контроля. А, так это да, это конечно. Этого второго контролем. Ну, я не помню, знаешь, что, кастует ли он телепортацию свою в шакле? Нет. А зарывание? Нет, в шакле он ничего не кастует. Ага, то я помню, какой-то баг был, что он, сука, зарывался в шакле.
Блять, у меня комп, короче, завис. Мне надо перезагрузиться. Если так бить, у нас ДПС, ну, за стопудово 2 взрывания, и мы его убиваем. Но фишка в том, что жука надо очень быстро сливать, потому что он на мне будет стакать за лупу. Босс так, ну, как бы немало бьет. Ну, типа, ну, Эрдрушка, я уверен, прохилит последнюю фазу. Пал будет держать на фул на последней, и там будут жуки выходить. Короче, ребят, я комп релогну, потому что мне пизда. Разве не работают? Давай. Нам нужно будет вот этих скоробеев сводить, всех клевать максимально. Каким? Потому что они... Вот эти скоробеи, потому что они дебаф стакают. Ну да, конечно. Их кайтить и убивать надо. Там у них хуйня хп. 50 тысяч бьет. Нам нужно их убить до того, как у вас фаза начнется. Кстати, как мы бегаем с шипами? Максимально натягиваем удовольствие. Максимально, да. Две точки есть. Сфера гриппается. Ну, и если под конец, можно попробовать через боб. Через боб обязательно. Боб дается на этой... Ну, блять, он, вот смотри, он на первом зарывании дается два бопа. На втором уже, блять, ну, ты считай, он после второго выкапывается, и ты его уже переводишь. У него там будет 45%, 48%, где-то так. Вы тогда скакрыхните в кого? Ну что нужно людям понимать, что если, вот смотри, вот где сейчас стоит босс, там разлита лужа. И Ануба, я отвожу в сторону кружка. После того, как вышли жуки, да, еще проблема, видишь, в том, что второй танк нужен, что жуков держать. Либо как-то их на ходу сливать, я хуй знает. Если я все же возьму вторым танком, на мне будут жуки, да? Сбор свечи. А ну да, сбор может допнуться. Если он допнется, да, может ему даже лучше будет. Мне кажется, надо в два, блять. Потому что вот именно что жуки. Их нужно залить. Пиши в два, блядь. Да. Ну, типа, в одного это, ну, залупа. Потому что представь, вот у него первую пачку, допустим, мы залили, выходит следующие два моба. Ты его шаклишь, а смысла шаклить по сути нет, потому что он зарываться будет через 15 секунд, после того, как вторые жуки выйдут. И еще лог же у нас есть, да? Нужно кидать, короче, и на того, и на другого жука, нужно кидать проклятие агонии. Ой, блять, косноязычие. Ну его сейчас нету, он перезагружает ком. Ну вот, скажем, потом зайдет. Это обязательно хуйня, потому что протопалом ты можешь какую-то хуйню там нажать, в ГКД уйти, а у него каст, ну, полторы секунды буквально, то есть быстрый каст. А под замедлением локовским он дольше кастит и успеешь нажать гнев небес. Ты какой фигни у протопала? В шакле он не кастит ничего, не зарывается. Я тебе говорю, да какой смысл от шакла, блять, если двух вторых жуков нужно будет на лужу завести и залить, потому что босса я буду залить. РДД будет сразу свечиться в него. Типа пока он идет. Ну, уже посмотрим, посмотрим, в принципе, подумаем. Но факт в том, что, допустим, первого вы сольете зергом, и я уже босса буду отводить. Вот выйдут первые жуки, допустим. Блять. Ну, короче, какой ближайший мой, видишь, который я ЛПшки буду кидать? Тот мой, короче, второй твой. Вот, я уже буду бежать с боссом сюда, к кружку, к паутине. Фишка в том, что вот когда я его веду к паутине, он взрывается, пошли шипы. И вы стоите максимально туда дальше, к льду к этому. И там уже начинаете первый боб. Боб кончился на лед. И уже в это время, пока он с бобом там тусуется, вы уже бежите через центр и хуярите одновременно этих скоробеев. И уже бежите все в паутине стоите. У нас все кастеры. Практически. Видите, что надо еще узнать, у кого там есть инженерка, потому что на того, у кого есть инженерка, нехуй боб кидать. У меня нет, у меня только прыжок. Да там хоть есть, хоть нет, это пригодится на втором закапывании, когда боб уже КД будет, потому что не только на третьем закапывании от КДшится. Эти все тучки, что там еще, блять, притвориться мертвым, блять. А притвориться не надо. Это лучше тут не нажимать. Ну да. Типа, там вообще хватает сколько там? Раз, два, три пробежки. Я не знаю, сколько это по секундам. Сколько он находится под землей, кто знает? Сколько секунд?
Секунд 40. 40, да, примерно. 45. 45, наверное. Ну потому что, вот сколько ты бежишь, вот шипы идут, блядь, боб, потом сколько, потом туда шипы идут, ускоряются, там боб. Блядь, хуй знает. Ой, не помню, таймер включу, позасекаю. Бобе, блядь, сейчас будет дичь. Да не будет дичь, блядь, тут, ну чё, тут нубы собрались, что ли? Тут, блядь, пиздец. На фразе длится 60 секунд написано. 60? Ну вот. Вот прокатить надо 60. То есть максимально эти шипы, блядь, что не с этой стороны, греть уже на той стороне. Главное, чтобы цель вот он именно здесь, возле паутины, выбирал. Когда он к паутине пошел, рейд уже съебывает в другую сторону сразу. А сколько здесь у мобов хп? Да похуй. Не знаю сколько. Это похуй. Они зальются. Просто тут ДПСа столько, что я говорю, вот он два раза зароется, выкопается, и у него будет либо 48, либо 45%, вот где-то в этом. Вот этот дебаф нужно, из-за этого дебафа нужно максимально быстро их убивать, потому что пизда будет иначе танку. А чё все поуфались? 20 танка делать. Чё все поуфались, чё-то не вкуривали? Селесонг здесь. Перезагружается. Блять, что-то я, блять, что-то пропавшее съел, нахуй, заебал в живот, сука. Просто йогурта въебал на работе. Я тоже был с этим с плесенью съел, походу съел, не с пустоты. Целый ой, ночь гонял. Я тут. И что мы Паутер, решили? Давай в танк все-таки. Да, так нормально будет и массакра, блядь, и заебись, и на последней фазе. На последней будем бить, там хули. Секундочку, проверю. У всех ДПМ стоит, который снимает стамину. У нас, по сути, 4 контроля даже есть. 2 фера, блядь, павловских. И потом шаклы и хантовская ловушка. Есть кот, это еда. Кто у меня же спрашивает? Ну ладно. Самая простенькая. Спасибо. Все, мне уже дали, спасибо. Селесонг здесь? Нет. Такой вопрос, кому-то надо дать сокру, миску, как этот протик, протобаф? Этому ДК по руке за место кулака. Зачем? Не, нахуй не надо, пизду, зачем мне это хуйня? Там же ману резает, блядь, нахуй надо. Она дает уменьшение урона на 3%. Да похуй или, вообще. Или интернет подключил. Ну, просто спрашиваю, я себя-то по-любому не забей хуй. Там урон короче... дает тебе. Ты, короче, там это... Просто давай каплю, он вот нужки выйдут. А хуй знает, посмотрим, ну, как будет. Ну да, кстати, эта хуйня будет лучше, чем кулак, она, блядь, больше бафнет гаргу. Она дается вместо каски. Ну чё она вместо каски, она и каска, и это дастся. Дастся 3% снижения, но и баф от каски. Силу и стамину, да. Сила, стамина, уклонение, восполнение маны при уклонении. Ну вот я про силу и говорю, сила мне лучше, чем кулак будет. Селесонг. Да. Идет катаска, сейчас только без интеллекта, Рейслин. То есть тебе и кулак будет, и прото.
А прото это как каска на тебя будет действовать. Не, прото это херня. Ну когда уже все есть, тогда да. Да тут эти 3% нахуй ничего не зарешают. Так, раз у нас два танка, что мы решаем, значит? Все-таки... У меня есть аура и хил увеличивает. Одну будем шаклить, либо нет. Ну если два танка, смысла нет их шаклить. Так, а либо авто все равно стакают. Можно такой вопрос войду? Что на меня должно лезть? Кто это, паузер? Да. Нерубы такие. Выходят жуки. Жуки ебаные. Вот. Тот, кто ближе ко мне, я его беру, там, ну, грибну или чё, блядь, а второго ты берёшь. Ну, вообще, блядь, мы как делали? Мы заводили их под босса и заливали. Ну, сначала заливали одного, а потом другого, типа, уже чуть на расслабоне, типа того, который на пале висел. Я просто помню, что в 25-ке один танк стоял с боссом, а другой подводил мобов. Но... Там по-другому было. Из-за того, что людей больше. А тут как мы делаем красоту? Ну типа одного, я же говорю, одного я беру. Не, в принципе, можешь и ты брать, только приоритет тогда жуков высочайший становится, что их нужно зергнуть, а не вала ебать. Типа, блядь, нельзя босса бить, когда два жука на одном танке. И когда босс и жук одного танка бьет, нужно того жука зергнуть в первую очередь, то есть быстро. То есть на мне ады, на тебе главный босс. Ну, можем так попробовать, посмотрим, как тебя будут пробивать. По сути, он не должен стать. Тут его будут стопудово пробивать. Они бьют физухой. Физухой, ну. Они бьют физухой, они стакаются, они ускоряются. Это будет просто вайп сразу же. У меня просто уклоняшка сработала вот, на колду задик. Вот поэтому я и говорю, что мы. Нет, брали... я согласен, вот у нас этот гильдей, этот Зиен. Заходите. У него там блока, я не знаю, там 1010, блядь. Да не, 10, блядь, не придумываю. Серьезно тебе говорю? Это не ну, не суть, не суть сколько, типа, просто много, да. Они его просто не били из-за того, что блока много. Там 3000 собираешь и все, блядь. Ага. И рейтинга, блядь. Не-не-не. У меня рейтинг защит. Они все КД, что ИК были, они все тестили, сколько там блока надо. У него даже камни там блок, блядь. Ну да, камни есть блок, но. У него весь шмот блок. А не 3000. Ну и сколько там блока? Хуй его знает, но много. Никто не скажет. Ну, никто, блядь, не в курсе, если, но очень нахуй. Если у меня без камней 1600, то что 1700 блока, то у него с камнями где-то 2800 будет. Это если он еще и красный делал на блок. Так, повторяю еще раз. Когда закапывается войд, ты туда убегаешь в квадрат. Следующее... Когда он разворачивается, здесь боб сначала даем и убегаем туда, квадрат. Ой, не в квадрат, а в печеньку. Когда боб здесь кончается, на одной секунде где-то ты заходишь, она уже. Туда пишем сразу. Там тоже боб даем, и этот человек заходит. Если... Хотя, подожди, всем не нужно же бегать, только тому, кто бегает, на ком. Поменять. Всем нужно бежать, потому что он должен выбрать вас. Вот лужа взорвалась в кружке, и он должен выбрать следующую цель, она должна уже стоять в ромбике, блять. Фобос, поставь. Мы можем, знаешь, как делать? Поставь. Просто мы можем стоять просто в центре. Вам нельзя стоять в центре, потому что чем дальше. Потому что, смотри, потому что нам туда и туда ближе будет бегать. А человек, которого выбьет, он сразу побежит. И ебал. Короче, в любом случае дальше от центра нужно бежать именно в сторону ромбика. Если в кружке человек в бопе стоит, вы уже должны за центром вот сюда бежать. Это в любом случае. На центре нельзя стоять. Ну, скоробей в любом случае будет идти на вас, вы их просто бьете. Смотри, мы будем вот... пустим, он идет в кружочек. Мы немного смещаемся ближе к этому. Да. К краю. И тот человек, которого выберет, он сразу побежит. Сразу, да, бежит. Остальные и когда он уже бежит в эту сторону, мы смещаемся ближе к той стороне. Угу. Но стоять нам нужно кучно, чтобы скоробей заливать не по одному, а всех. Угу. Ну да, да. И, но при этом их нужно кайтить, чтобы они меньше на вас таков кидали, потому что пиздец будет вам. Ну то есть что там, приморозка, каток, блять, у вас есть. Шамановская хуйня там, корни, хуёрни, блять. Нормально все. А когда жуки вырастают, они не замедляются. Значит, их быстро надо заливать.
пока они на катке, блядь. Они заливаются быстро, просто надо, как ты вот правильно говоришь, их надо в одном точке держать. Вот в тебе в квадратике пускай бегают. Надеюсь, все поняли, у кого фласка мало, стало успею пить. Ага. Так, на хп. Сжимался на 6 минут. Так что у нас получается, паузер двух мобов будет держать на себе маленьких? Здесь сразу разбьешь. Да, да, разбьешь. Когда первые жуки появляются, первого, которого ты грипаешь, мы его сразу убиваем. Второго уже будем кливать. Мультидотать там. Ладно, надо будет смотреть по таймеру, когда мало до выхода следующий осталось. Нам нужно будет переключиться, добить его. Этот самый... Кто он? Селисон тут? Да. Надо на нерубских копателей кидать на того и на другого проклятие косноязычия. Знаю, оно у меня вообще есть. Вытаскивай. Да. Удобно ставь, чтобы ты точно кинул. Пока они еще бегут. Потому что они будут давать каст, если вдруг в ГКД попадет протопал или второй пал, если не успеют дать. Ну потому что, блядь, я вот убивал протопалом. Там если ты какую-то обилку прожмешь, эти пидоры начнут кастовать, они шотнут кого-то. А, точно, я же забыл, блядь. Да, а он точно ее кастит, они? Да они не кастят, они инстантом хуячат. Вот сегодня в рейде. Да какой инстант, блядь, кастят они эту хуйню. Там каст идет, сейчас увидишь. Я не хочу просто вайпнуться. Теневая какая-то поебень там или что-то. Теневой клинок. Он да. Топашит тебе за спину и ебашит. Ну, так он этот каст идет. Там видно будет полосочка такая над мобом. Значит, нам нужно будет, чтобы пауэр стан давали. Обязательно. А это этот нежитевский стан, да? Хорошо. Да, у них небес. Первая пауза, значит, давать будет. По шаклам, вот последняя фаза, допустим, у вас есть из контроля два пала с изгнанием шаклы и у ханта ловушка. Просто распределите очередность. Мне в небес правосудие. Типа первые два жука на 30% мы уже бьем, да, под геры. Первые два жука, допустим, два паладина, да? Вторые два жука шакл и ловушка. И все, пиздец. Ты думаешь, что их 4 будет? Ну то и, блядь, ну я не знаю, как по ДПСу будет, как он будет хилиться. Я имею в виду вообще. Вообще выйдут, да. По два их же выходит. Ну по два выходит, но потом еще вторая пачка выйдет. Я не знаю, как раз ДПС будет. Сейчас будет. Был, я вот не знаю, новости давать. Ну, на ластфазе сначала. ДСС надза, это по-любому. Был на ластфазе, конечно, блядь, без вариантов. Давай на СС, надза. Сейчас я порт поставлю, а то можно. Хорошо, вроде все распределили. Вот за переходку, за закапывание, мы можем слить две сферы. Одну здесь, одну там, другую здесь, вот где она стоит. А за вторую мы можем позволить себе три слить, чтобы одна хотя бы осталась. Значит, фокус ты где-то вот здесь начинаешь. Подождите, вы хотите, которую я первый разобью, чтобы мы ее потом в нее прибегали, типа? Может, мы ее оставим просто как сейф-точку, в которой мы будем босса относить, а я буду именно две лужи делать? Ты смотри, ты сейчас под боссом сделаешь здесь лужу. Да. И я босса, когда буду уводить, первый человек будет стоять вот здесь, вот возле льда. То есть вот здесь, вот слева, справа от Роблика. И на него будет кидать боб, и он будет заходить в эту лужу. И как только он в нее зайдет, уже в кружке будет следующая лужа. Грипать его может он, ДКшник может грипнуть. В сторону поближе к кружку и там разбить. В смысле, ты хочешь первый? Почему? Это вообще неправильно. Это же мы супер много времени съедается. Нет. Первый раз нужно бежать к кружку. Как ты будешь бежать к кружку, если я босса к кружку отвожу, блядь, для того, чтобы он бежал? Зачем ты его туда отводишь? Не надо его уводить. В колонии отводишь его и все, вот сюда. В сторону. В сторону? Конечно. Так он меньше времени будет идти. Да в плане меньше мы будем у кружка. Зачем у кружку отводить? Не понял. Вообще. Нет, смотри, просто тот, кого он выберет, бежит к кружку. И все. Там, где уже есть лужа. Да. Все остальные есть... стоят тут, я делаю там лужу. Третью я уже понял, получаю. Понял. Но ты, короче, хочешь с пула, чтобы здесь лужа была, и там уже сразу, чтобы была лужа, так? Вот здесь будет одна, в которой будет всегда босс находиться и жуки. Ну, вот эти жуки. Потом будет в кругу одна,
И когда в кругу она лопнет, я сделаю еще вон там вот, возле ромбика. То есть у нас будет на первом полу уже три лужи будет. Короче, похуй, делайте, я мне, ну, мне-то вообще похуй. Но это как отводить? Мой бекать. Давай, куда отводить, ты говоришь? В сторону, просто от лужи руку отведешь. Сторону, да. Вот сюда вот, вот к этой и... херне. Вот сюда, где треугольник, да? Примерно туда. Все, хорошо. Я просто не знаю, вы же там по-своему били. Ну так вот, ладно, это похуй. Ну, давайте чекаем. Это вы что, ебанулись кружку выводить? Вы посмотрите, где этот кружок, блядь. Да, это вообще... Я не говорю, блядь, я не говорю, блядь, я не говорю кружку поставить ебаного босса, я говорю в сторону в эту, но он где-то до центра, вот до сюда успевал доводить. Просто, если ты туда будешь... Тихо, дайте мне сказать, я громко говорить не могу. Если вы его отведете, то мы его убить не сможем, нахуй. Ты чё, ты гонишь там, блядь, хватает ДПС. Давайте бить уже, вы заебали хуйню, говорите какую-то и спорите. Рыбу. Вы так уже догнались на первом боссе, давайте быстрее. Вот, смотрите циферку сверху. Циферка внушительная. Чё похуй. Ну ещё проки на дожатель. Так, что там у нас по бафам? Какая разница, куда его водить? Туда или в сторону кружка? А дайте мне ауру щитовую, паладин. Джавада, пожалуйста. Спасибо. Ну же, вроде решили куда отводить. Давайте. Сейчас там проки пройдут, ребята, которые бельмовы. Если сюда его отвезти, босса, то человеку, который будет бежать к кружку, ему нужно будет сначала догнать то место, откуда босс стартует, потом в кружок бежать, а не треугольник. То есть перед закапыванием нам нужно будет сюда встать где-то. Потому что мы будем стоять в узле центра все, чтобы бить скоробеев. А, это еще Void. Уводи босса, ну когда вот надо будет перед закапыванием вот сюда ближе, чтобы у него дальше путь был. Все. Давай. Вышли. На поле ладно. Второго шаку нет? Там в ближнего был шаку. Весь. Сейчас сказ будет скоро. Сбили. Второго давайте. Закопается сейчас. Надо его, да, туда. Что-то пауза без маны. Эти боссы короче выйдут. Секунда. Вышли. Левого на пулю. Нет, не вышли. Вот вышли. Это убьем. Он не на этом, не на льде. Его закопает сейчас. Давайте второго гриппа. Все, закопался босс. Сбить надо будет каст. Погружение. Не должны его туда в воду? Босс идет. Этот, как его? Не седать ему. Сходимся сюда все, в центр. У нас упал, блядь, у вас нихуя непонятно с этими, блядь, кидать ему или не кидать нихуя. Будет? Ловит урон просто. Ба, будет? Будет. Жду. Вайпы. А, у нас два человека уже умерло. Я это говорил несколько раз. Первый Void разбивает, а здесь... Ты же сам, блядь, Void говорил, так? Кто с этой стороны, со стороны ромба, мы будем бопы давать. Потом второй боб с печенькой. То есть первый раз ты должен сам разбить. Просто умрите. Танк мертв, алё. Да, парни, падайте, чё. Я просто собрать их хотел, проверить. Пиваю ли. Ну так, а зачем ты тогда Void ловил, просто взял и умер от босса под шипами?
Войд, ты говорил сам, что первый раз ты просто разобьешь эту без бопа. Ты только что написал, что боб вы не давали. Парень, ну просто было войск сказать это и все, типа, чтобы проблем не было. Зачем войск? Они рассчитывают, что там что-то сам сделает. Просто скажите, типа, дайте боб или все. Будет боб или нет. Что может быть там рейнджи не хватает, а еще какая-нибудь херня, типа форс-мажор какой-то. Лучше просто спросить войсе, типа, будет боб, нет, если нет, то все, встал на лужу, значит, next раз. Нет, по-моему, это вообще хуево затея. Нам не надо два танка здесь. Но если не можете, да, тогда... Я не знал, как быстро мы их убиваем. Они пробивали нормально? Либо нет? Не сильно. Давай, да. Че, вы одного, что ли, хотите? Да, конечно. Тут просто вообще все по времени идеально подходит. Не, у нас все хорошо, да. У нас люди нормально. Сюда я накинул, да. Сейчас. Лапки нет. Каски нет. Лапки, каски. Будет. Пету кулачок. Ай, мне в ДД обратно. Угу. Блин, у него 10 лямов. Это они все, блин, просто. ПХП. Я посмотрел, мы успели 75% оставить где-то. Ну, это много на самом деле. Это с учетом проков и припотов. Блин. В следующий раз мы меньше оставим. Ну, меньше снесем. Может, с этиком, да, больше будет. Секундочку. Проблемка. Что? Эль, проблема. Войд, ты сам говорил, как только мы сюда пришли, что первый раз ты просто в печеньке разбиваешь сам, а вот дальше уже бобы. Да не, давайте это нормально, через бобы играть и все. И первый, и второй боб. Ну окей, давай. Как вот ребята в хэме херачили? Да, пауза, первый побежишь. Что делаю? Первый боб побежишь давать. Кому давать? Кто будет, ну, надо будет. Тот, кто побежит. Печенечку, хорошо. Смотрите, еще какая ситуация. Если будет такая форс-мажорная ситуация, что у нас вот тут разлита лужа первая, и остальных не будет за ней, то тогда в нее идите. Окей? Потом мы сделаем лучше дополнительную лужу, и потом поставим босса. Потому что вот на этом пуле у нас такая ситуация была, что тут лужа была, а новые не появились там. Где должны быть, в этом ромике. Я так, в целом что, готов страдать. Да, можно грипать. А, ну если есть грип, да, пожалуйста, парни, если будет возможность, кондат в темпе будет делать. Нет, еще один момент, то есть, к примеру, у нас будет два жука, правильно? Прикол какой, когда одного жука, когда танк будет уводить босса перед закапыванием, второй жук должен быть на ком-то. Либо под станом, либо хрен знает под чем. Мы можем его просто отвезти. И он замедляется, нет? Я могу... 4 цикла у жука. Когда он начнет отводить, я могу дать ему стан, чтобы он остался на луже. Отлично, просто начали. Когда он отводит, хорошо. У нас еще в шакле был еще. Так, нормально будет со станом. Там просто стан, если он дойдет, то все, пизда, челик. Нормально все будет. Жена же танчит, кроме этого никому. Да. Войд, ты хочешь первый раз, чтобы мы все быстро прошли? Так не работает. Первый раз всегда длиннее, потому что мы только придрачиваемся. Бать, я без спета. Может, двоих добьем? Нет, блядь, одного. Сбили шакл, второму копатель. Я могу его отвести сейчас. Я дал гнев небес, следующий паузер даст. Сейчас будет каст. Нет, он закапывается.
стоит. Че он на мне это, блядь? Набилось. Где второй? Умер. Второй умер уже. В смысле? Два умерло. Как? Два там два залетело под босса. Я думал, мы только одного убили. Нет. Да вы говорите, кого вы будете шапить, чтобы я не, блядь, не напуливал его. Я левого всегда буду напуливать. Погружение. 10 секунд закопается. Идите сюда, я его дам ста. Так а может какой-то гриб? Дал ста. Продлю гневом небес, если что. Давай, давай. Продлю. Босс. Заведите его сюда. Блядь, не выводите его, блядь, с этой хуйни. Тихо, он у меня так. Пауза, пауза, пауза. Ты там? Да, дал боб. Сходимся, сходимся. Сильно не подходите к ним. Так, следующее. Ну, нормально, нормально. Ближе туда, кто я. Подходит. Можешь, всё, следующий, да. Следующего закапывания не должно быть. На эту можешь заходить. Которая у нас дефолтная была, первая. Добивайте у хпшных, потому что они за мной бегают. Нам стакапывайте. Просто в конец отбеги и все, не надо даже... Да, в самый конец, не в лужу. Подожди, я нахуй... 6 секунд, все появится. Какого хуй? Все. Бэр сильный есть. Я под жил. Какого хуя ты туда его повел? Вот сюда можно, вот сюда, где я стою. Баф дайте. Жуков залить надо, а их дохуя, просто дохуя. Лево на пулю, лево на пулю, право. А, все, я понял, нормально. Каску мне дайте. И дух. Ты меня убил сейчас. Ой. Второй моб. Каст. Сколько зарываний у меня нет, камеры? 38 секунд. Давайте мы сейчас еще его разъебем, блять. Под шум волны. То есть действуем так же. Первый уходим в ромбик, потом вот в эту выходим. Блять, у нас в ромбике есть сфера какая-нибудь? Нет, она будет. Я сделаю ее. Просто я имею в виду, чтобы сюда потом вели, а не на ту левую. Да, ставил пауза твой, если что, следующий. Ну не надо. Все, уводи его. Бля, мы же там будем... Нет. Вот там и. Надо было немножко в другую сторону. О, придумал. Бопов нет. Погружение. Бопов нет. Сейчас на нитроускорителя катим. У меня нет нитроускорителя. А у меня тоже нет нитроускорителя. Он же не там, блядь, появится, пизда. На байке, У байка есть нитроускорители. Убегаем. Нужно максимально катить, у нас делужа осталось. Червей бейте, блядь. Максимально катим. Байок, ты умрешь. Ну ты встанешь, наверное, да? Какого хуя ты туда бежал, блядь? Ёбаный в рот. Всё, пизда, он, блядь, как бешеный, блядь. Вы что? Давите. Вы лучше не видите? Падаем. Сука. Вот поэтому я и хотел говорить. Момент такой один. Вот, смотри. Я же, смотри, заколил, что мы босса уводим в ромбик. Нужно было просто его к стеночке увести, вот там, где мы стояли, просто к стеночке поставить его, чтобы максимальный рейндж был до ромбика. Если вы еще здесь, я сейчас метку поставлю, куда нужно было. Не поставлю. Ну, короче, нужно было просто к стеночке его отнести, чтобы максимально далеко чел убежал бы в ромбик. А так у нас получился каламбур небольшой. Ну да, у байка тоже ситуация произошла, то, что там... Зайти на лужу после нитроускорителя, в чем проблема? Нет, ему надо было в ромбик, а в ромбике не было лужи. Там было две лужи, он оббегал одну по кругу на нитроускорителях, и потом просто почему-то не пошел в лужу, а решил умереть. Дать ускорение боссу. Нет, лужа там... должна была быть в области ромбика, чтобы максимально этот... В треугольнике была лужа, тихо. Он ее просто не пошел. Тихо. Наш фейл бы сейчас в том, что мы били в печеньке,
Нужно было просто в сторону отвести босса. Вот, вот где я сейчас стою, вот здесь. Вот у нас вот тут была лужа, нужно было вот сюда его отвести, вот сюда. Чтобы человек потом побежал в ромбик. Вот где я сейчас нахожусь, где либо, должен быть босс. Либо не туда, а вон, ближе к... Ребята, блядь, вон, слышно? Слышно, я шепотом да, говорю, слышу, блядь. Да, слышно. Короче, я рот ебал, блядь, я не понимаю, как так можно придумать в бок куда-то водить. Сука, я же сказал, вот, сука, его ведут нахуй. Из ромбика в ебаный кружок, из кружка в ромбик. Нахуй вы ебать хуйню придумываете, блядь. Не, у нас все нормально. Не смотрели ВК Параконов, блядь. Откройте, сука, 12 лет видео, блядь. И вы... Тихо. Нам нахуй эти 12 лет не надо, есть более нормальная хуйня. Сделай так, как тебя просят. Сделай так, как тебя просят, и все, и ни больше, ни меньше. Так а я ебу, как сдохну. В плане, просто ты не можешь в сторону. Шаман, причем тут сейчас шаман, когда речь говорит о том, куда тебя отвезти. Отведи его, в какой бы стороне ты ни был, отведи его просто в сторону. Не надо вести его в центр. Отведи его в сторону к стенке. Все, похуй, отведу к стенке. А что у меня... Дисконнект. Дисконнект, да? Смотри. Не тертуй, все равно. Чем ближе ты его подведешь к противоположному углу, тем быстрее он дойдет. То есть мы больше потратим. Больше останется времени. Ты просто отведешь его к углу, который, возле которого мы стоим, то у нас больше мы потратим его времени. Нихуя не понял. Я знаю одну хуйню. Если я его отведу дальше от кружка, то он дольше, сука, до кружка будет идти. Правильно? Нет, ты, не давить, ты не успеешь довести, блядь. Он дойдет до половины. А если он будет на середине, то он будет, ему будет что налево, что направо одинаковое расстояние бежать. Лучше, что он будет в одной стороне, и на другую нам будет ну, выгоднее бежать. И меньше вероятности для кайта. Так, лол, ебать, вы что, с двух разных сторон стоите, что ли, не вкуриваю, блядь? Мы алло, ты сам говоришь, мы бьем босса, блядь, в одном краю. Ты поведешь в другой, блядь, край, но, блядь, до туда его, блядь, не доведешь, потому что он поднимется у тебя на середине. Поднявшись на середине, мы будем разбредены, блядь, немножко, потому что... Будет стоять в одном конце, когда нам перебегать, она будет в другой. То есть полпути, вот это вот, блядь, он преодолеет быстрее с центра, чем с другой стороны, куда мы попросили тебя отвезти в бок. Мы сразу сами будем двигаться к противоположной стороне. Подожди, вот я на этом КД ходил с другим ИК-25, и как делал Войд, так и делали. Танк заводил туда вот как раз к кругу, и расстояние получалось, ну, оно под землей дольше шел, чем из зеленой метки. Я это видел, и нормально танк туда отводит. Но при этом мы меньше в босса, да. Вот то, что время он отводит, мы его не бьем. Бьем, бьем. Мы в центре стоим, все. Когда босс идет, все остальные в сторонку отбегают, под, ну, проходят мимо шипы, и все. В чем проблема? Там смотри, единственная проблема у пиликов, и все. Смотри, когда он босса ведет в противоположный дальний угол, рейндж увеличивается, и все. Мы не просто не бьем это время, потому что он уходит в лос от нас. Мы не можем за ним идти, потому что... Почему он уходит в лос, если вы стоите в центре? Просто посмотришь на стриме, бля. Ну вот сегодня 25-ки ребята закрывали. Изи. То же самое было, как и у нас сейчас. Ты знаешь, почему я сколько там, дальних времен тактики не совсем появились, потому что появились современные тактики, более разумные. Потому что тогда люди придумали что-то на лету. Процентов 40 стоит. Да я думаю справимся, уже 50. Уже заебись. Секунду. Я тебе каплю не давал, короче, заебись живешь. Плюс к тому, что у нас таймеры другие. Дал ты кап. Четыре до сих пор еще не разбил. Два раза больше. ХП. А ДПС тот же. Ну как сказать, у них вар есть. Клевер. Ну и все, они не бьют босса.
не кливают даже. При таком раскладе у нас больше босса останется. ХП. Сейчас я тебе нам. Только в лужу не взорви его. Не... Это лужа, видишь, по... перед шипами. Ёбаный покос. Ладно, любому кому-то вот. Сейчас, притормози немножко, до тебя бегу. Сейчас, все, беги. Все, ускорится нам. Все, да. Ну, скоро вылезти должен. Ну, он умрет. Не-не-не-не, у меня сейчас вены обкатываются. Боба не было, боба не было. Боба, а нет, я все, вы, блядь. У меня тайминг по венам, бля. А, ну нормально. Мне жили охуенно, нихуя начинали. У меня где-то как секунд 7 остается до перезарядки, он выкапывается. 5 секунд, да. Ага. Гораздо медленно в ГПД не попадает, заебись. Ходите на сердце. Ну, тут желательно процентов 40 ставить. Да я думаю, справимся, уже 50, уже заебись. Я тебе каплю не давал, короче, заебись, Леша. Ну что же, на третий, да? А если... А что-то ХП у них много. У чуваков, игроков. 50 на 50 ждал. 50 тысяч ХП у приста. Или это паладин, ебать. Это паладин. Ну 38%, зависит. Сам разобьешь что-нибудь? Вообще секс. Так, а этих нету? Нету, конечно, нету. Так что не сдохните, лучше боев нет. Да. Значит, приз. Ой, пал. Побежка с кармана. Ёбаный, брат, нахуй. Ну 40 секунд боев. Жалко. Хороший вы малый, да? Угу. Супермен, блядь. Еще один супермен. Да, блин, завершительный. Уже забегал, блядь, лол, блядь. Такая хуйня, ну, надо на центр забегать лучше. Ну, бэры... Один есть вроде, да, уже? А, нет, 20 секунд. Сука. Ну, как раз. Ну, счет еще, блядь. Блядь, только ты не сдохни. Прыжок, прыжок. С... А, ты видел? Давай, давай, давай. Понял. Я сейчас бэры дрыща. Так же кайтил. Давай, дрыщ. Вставай. Мелкий там хуйня. Раз брибаф дайте. Я мы заливаем сейчас этих. Мазбаф им дайте. 38% вы должны были их контролить. Uh-uh. И на покорнес уже можно. Uh-huh. Некому. Стан. Где же успех? Ты переводите. Фонтами упадет. Так, значит, черепок мой. Так, да? А который ближний будет, это твой. Я выйду из-под босса, чтобы успевать все это. Ну, сука. Вставалка есть, только захиньте его. Есть. Заводили? Вставай, вставай, вставай. Да, конечно, конечно, конечно. Да, все, я до него. Я до него фирну. Я поставил. Так, Ферея его или бить будем? Нет, этот Ферея, попробуй его фирать. Пускай фирается, ну, все. А конец какого? Который в ловушке, давай, а ты другой, следующий. Я по ловушку обновлю. А, ну все. Хуярьте, блядь, лям всего лишь. Там, дайте Исполину. Исполин-то ладно. Массакру можно? Массакру можно. Бля, я уже сдавал. Вот это. Вот это. Я дал ему стан. Отдал. Меня чуть-чуть поднять. Да блин, ну под... Новый Ферникернес переводит, кто-нибудь? Я заберу одного. Бомжей лучше отдай. Да, да, давай всю хуйню. Я дал бомжей, он мне стан дал. 600к. Блядь, тихуя тебе босса. 500к, просто бьем босса. Дал стан. А, один кастует. Я дам тысячу боссу. Я смерть ждал. Хорош. Доигрываем, 200. Давай, мразь. Тварь, блядь, убери! Тварь, блядь. А чё вы в конце просто это... Вы заходить будете или нет? Будем. То же самое и вышло. Ну, по сути, да, это одно и то же, только в этом вот на видосе они не бьют босса, а мы можем его бить. Да. Когда мы по нашей тактике отводим. А по сути то же самое абсолютно. Фолос. Не кричи. Только у нас не у каждого есть нитроускорителя. Это некрасиво. Но не критично. Теперь вы понимаете, зачем они нужны. Зачем нужна Инжела? Для одного в основном босса из всего 3-3-5? Нет, не только для него. Нет, по факту только для него. Остальное это только ситуативный кайф. Савасон, все точно будут эти нужные будет?
Смотрите по шмоту нормально. Да не, я бы на самом деле взял бы боту бы вообще бы с этого, с йога. А не рыба вообще. Стоит. Я все-таки еще надеюсь, что я их увижу, они выпадут. Надеюсь, Давайте будем уважать других людей. Нет. Суру. Я Пашу не буду уважать. Я Ваню не буду. Даже не просить. Вот когда Ваня в дот научится играть... Смотри, просто почему вы уводите их? Потому что у вас нет рейнджей. А у нас есть рейнджи, которые могут мультидотать. Давайте бить, а? Каску. Да пофиг, я не мог ответить, и все. Делайте что. Кулак Пету и фул каски. Ой, Пет, блядь, уже этот кулак шестой раз теряет. Куда ты его, блин, проебываешь вещи? Не знаю, почему он пропадает. Мы умираем, кстати. Пет живой, да. Типа каска остается у Пета всегда, а вот кулак нет. А чё ты, блядь, научился на ханте иннер давать, чё, блядь, не можешь научить ханта, блядь, не проёбывать? Каску. Парень, у меня всё стоит. Каску. Ни хуя касок нету, блядь. Не, есть каска. Такая, ёпт. Они там в самом низу, как всегда, в конце лучше. Сказал паладин, блядь. Обас, ещё раз так крикнешь, я достану опять карандаш, блядь. Ребят, дайте два припота, пожалуйста. Хаст. У меня для таких как-то нету. Сейчас. Сколько? Да. Спасибо. Не пинал ждал, спасибо. Шпазер, чё так мало ДПС? Что, мейн прод? Так, значит, как будем делать? Таки в сторону водить, либо ты хочешь так, да, меньше выклеивать? Я в сторону отведу, если хотите. Да-да-да, вот прямо в жопу, ну, в тупик стены, чтобы было больше расстояния. Да, хорошо. Появился моб. Ты даешь гнев первый, если что. Вроде раньше он нет. Ну да, раньше. Второго можно цеплять. 4 секунды на пол. Бан снимаем. Мне даже хилить почти не надо. Ничего. Власть, на волфазе будет чем заняться. Куда выйдет? 20 секунд закапывания. Пошли мобы. Закапывание 5 секунд. 5 секунд закапывания, надо уже, да, уводить его. Все, ништяк. Чего этого пиздим? Даст ему кто-нибудь этот? На ком? Надо его в лужу? А, надо. Про контроль, какой стан? Ага. Паузер, твой первый. Я вижу. Дал. И вместе собираемся? Угу. Собираемся вместе. Бейте здоровых. Здоровых полететь. А, блять, кто ж ломает лужи, ребятки? Ну зачем? Ну я же ломаю лужи. Ну пиздец. Нет. Это Надо просто бегать. Пиздец. Надо сейчас. Зафейли. Пожалуйста, ребятки. Я бы вообще Будет, да. нет. Будет. Я да. Угу. Паша, есть нитротапки? Нету. Пизда, блядь. Лужем станешь. Надеюсь, на меня кинется. Я уже тут нахожусь. Боёк. Все, не надо ничего кидать. Бот. Краби залием. Большого. Краби, блядь, бешеный бегает.
Мобы пошли, мобы пошли. Банишь какого-нибудь? Я напулю на экстрим. Этого напуливали его. Так, что там у нас по луже? У нас там лужа осталась, блядь. Одна или две. Появилась там далеко. Теневой. Появилась я. Там нужно пункт гейпнуть. Где чё подгрипнуть? Жука, быстрей. Жук, жук, жук. Сколько там секунд? За окро смотри, лоб. М? Окро, окро смотри. Мобы пошли, мобы пошли. Два а? Справа моба. Где ты дал усадил? Да, нужно будет пипец как подгрипать моба сферу. Сейчас сразу кто там будет грипать. Ну грипать я буду, где чего грипать? Давай, блин, надо было не шутить. Эту сферу нужно грипнуть как можно ближе к воде. Вот который, на которой метка сейчас находится. И это надо прям супер быстро сделать. Жука, 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 жука. Жука, погружение, стан. Красавчик. Блять, поздно, поздно, очень поздно. Быстрее, жука, быстрее, жука. Я поставил, это лужа есть, лужа есть. И жука, бы жука. Чё там по бабам? Бабы есть еще? Нет. Скайпи бейте. Да капал руки. Нитры есть? Нам нет, но фобос один раз могу. Я, кстати, могу притвориться и на кого-то... Нет, 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 он ёбнутый как будет бегать. Окей. Сфера. Сфера, гипните, сфера. Я не вижу ни одной сферы. Берните меня, берните меня. На ком? На ком? 12. Сука. Бля, нет, сильно, лучше, лучше сильно. Все, уже минус 3. Минус 4. Вы бегаете и чужаков не бьете, нихуя. Они грызут хилов. Бля, пожалуйста, кто там бил сферу? Без хуйни, пожалуйста. Вайп. Меня второй раз подставили, убило шипами. Пока я бил скоробеев. Как она меня убила, типа, я... Она после того, как, ну, на Next кого-то пошло, типа, он после меня сразу убил. У меня не три глаза, чтобы смотреть за скоробеями, за рейдом, и, блин, смотреть, куда шипы идут. По сферам били только Void Frozen, Пенансфера и Фобос. А теперь уже забирайтесь сами. Шабадав. Ребят, бабл скидывает. Бабл не зажать, бабл начинает... то есть он очень быстро начинает передвигаться по рейду. Угу. Ну. Нельзя? Серьезно? Не притвориться мертвым? Не эту херню. Классно. А боев кину, говорю. Че? Про что пиздишь? А нет, подожди, смотри. Да боёк уже даже сказал, что он да. Случайно... Да все, все, окей, все. Это мне за прошлый бой показывал. Все, все, после Пен, Пен, у меня показывал просто прошлый бой. Так. Надеюсь, все смотрели видео. То. То есть... Когда мы будем второй раз кайтить, нужно будет у кого не трускать или есть становиться стороны, а не за этой сферой. То есть он бежит на вас, да уже близко, остается метров 10-15. Да уже не трускать или зайти, бежите к сфере, чтобы разбить. Чтобы не так, как видео было, что челики умирали, блядь. А полубафов нет. Что я резал ману. Более вы еще пока напиздитесь, я тут, блядь, три раза успею их пробавить. Пету кулак, пожалуйста. Обас. Ну где ты, блядь, кулак, где там, блин, ищешь? Смотрите, если вы станете на край сферы, то это не засчитается, вам нужно в центр. Угу. И потому что она замедляет, если не в центре, на краю стоять даже. Там замедление передвижения на 80%, где-то так. Подождите, а если все равно, делай так, как я первый раз просил. Типа, если у кого есть метроускоритель, на него боб не кидаешь. Постоянно откатится как может и зайдет в лузу. А толку?
А кидать на того, у кого нет нитроускорителя, чтобы хотя бы он как-то откатил. Потому что на вторую перефазу у нас совершенно нету боба. Кстати, это очень логично. Берем 10 баллов. Нет, просто я, ну, типа, простоит там... Кажется, у кого нет NG? У кого нет NG? У меня. У меня тоже нет NG. Я свой сокер. Давайте первую перефазу без бобов. Ну, 3 сферы хлопнем. А вторую перефазу с бобами 2 сферы хлопнем. А в чем смысл? Как вариант. Ну, типа, надежнее будет. Чем? То, что бобы есть. После лужи стоишь с бобом, время тянешь. Так дело в другом. Дело еще в... Блять, в том, на кого как кинется. Да. Нам же главное не надежность, а время, чтобы откатить, и еще сфера осталась, на которой можно... Давайте, бить. Короче, как это? Если звезды не сошлись, то давайте еще раз, блять. Я согласен. Того шаттл? Угу. Блять, хуй его просто на луне. Сколько станет? Давай, шука сюда, давай, шука. Забирайте. Так, подождите, мы по первой строке убиваем сейчас или нет? Или вот по вот этой новой? С ним спросим, посмотрите. Куда босса, короче, уводите? Сейчас же поёс. Где я развиваю сферу? Это мне лучше скажите. В той стороне. Зеркайте, жука, этого быстрее. Окей, я возле воды-то развиваю. А 10 секунд, 10 секунд, зарываем, 10 секунд. Не туда. Я сейчас полпути будет туда или туда. Ну вот это уже не станет. Это не проблема. И что, мы сейчас лучше этой станем? Я тебе боб дам. Да, у тебя ж нету NG, тебе надо боб. Сказали в бок, я, блядь, поставил боб, что не нравится. Так, ты посмотри, я поставил. И до той до стороны, и до той стороны. Бонёк, можешь разводить, да? На ту лучше. Потом уже. Фиг, вот на эту бежим. Боб давать. А у тебя есть? Нет? Да. Ускоритель да. Есть? ДК, понял, грипните вот сюда. У него есть ускоритель. Да зачем ты дал? Нет, просто надо... Просто, блядь, и ускорители в говно, и бобы в говно. Сколько там секунд? Можно даже откатить, наверное, да? Это ж третья уже. У меня ДБМ слетел, вообще не вижу ничего. Пауза, нет, пауза, да, пауза. Пойди со стороны луж, не разбивай лужи. А. Моб появился, это нужно было закатить, ну, проебали немножко план. Я спасал, серьезно. Нужно было. Мобов свести, зарить. У нас лужи нет ни одной. Блять, лужи реально нет. Давайте, грипните лужу тогда, которая стоит. Вот, грипните, под босса. Ведем боссу. Вот, лужи. Пускай объедет. Погружение стан. Угу. Проблема была грипнуть. Бля, ебать, у нас лужа осталась. У него удар идет. Вон, я спил. Но это не нужно было делать. Да, ну, все, это пиздец. Мы ничего не сделаем сейчас. У нас же есть уже под боссом лужа, надо было далеко делать. Грипните в другую сторону. В другую сторону грипнем. На другой стороне как раз уже. Этого бьем. Дальнего, который... И закопался, заебись.
и разбил лужу. Гэпните его сюда. Занимайтесь хуйнёй, блин. Что мне делать? Чё у нас, боба, не боба есть? Нету ничего совершенно. Не пей, не становись на пути. Жука, готовьтесь убить большого. На мне аккуратно, от меня отойдите. Где он? Вот он вырылся. Поменял таргет. Поменял таргет. Так, а пауки? У нас одна лужа есть, она вон там, все, больше луж нет. Все, уводим сами в жопу. Поднятие через 20 секунд только. Притворись, притворись мертвым. Потом. В другую сторону бежать. Притворился, парни. Да, он бешеный стал. Назад. Беги, малышка, беги! Меня вон жуки сжирают в их. Наверное, нам нужно настолько идеально отбегать, чтобы у нас хватило всего этого, и главное. У нас всего хватает. Во-первых, я предлагаю. Ты вел его вот сюда, и нам из-за этого пришлось бегать. Так, сука, вы сказали в бок. Это бог, блядь. Какого хуя? Это не тот, блядь, бог! Тебе 300 раз уже сказали, куда примерно. Колонна вон, колонна. В конец, в самой дальней части зала. А ты отводишь в середину, блядь. Сейчас. Как вам... Не, Войт, просто смотри, типа, ну, чтобы не без всяких там траблов, просто... Мы просто понимаем, что нужно сделать, так как ты с нами тогда не ходил, когда мы их закрывали. Типа, вот поэтому такой диссонанс небольшой есть. Сейчас я поставлю метки, и все будет очень просто. Все нормально будет, типа, главное не тильтуйте, типа, и не агритесь. Да, мы посидим на этом боссе, там уже не 20 минут, а допустим час. Зато на экстра будет хорошо. Просто я не понимаю, как вы считаете, блядь. Сфер всего 6, вы на первой переходке 3 взорвали, и на второй 3, сука. Вот. Вот ты. Наверное, если ты... не в звезду, а дальше, вот сюда куда-то, чтобы дальше было бежать. Если ты подводишь к вот этой плитке, то посмотри расстояние до печеньки и до ромба. Оно ближе, чем... От звезды до печеньки. Согласен? Зато к рамбу ближе. То есть, короче, чем ближе... Тебе в звезду надо его поставить. Да. Чем ближе расстояние от того места, где он закопался, до противоположного угла, тем меньше времени ты потратишь босса на второй фазе. Вот примерно, где я сейчас, где череп, вот тут лужа. Ты его отводишь вон туда, в херню, всё, что всё, это? Всё, 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 блядь, давайте. А то код, а то, чтобы Беллу за ним. Вы только это, только считать не разучитесь, там сфер 6 штук, блядь. 6. Шестая нужна по-любому на последнюю фазу. Так нет, у нас в идеале получается, если мы из одного конца в дальний конец переводим, то есть, например, ты отводишь звездочку, ну, там, где плитка лежит, даже, может, чуть дальше. Я, к примеру, на меня он бежит. Я встаю к этому щиту, который здесь будет, минуя сферу. Потом мне здесь, когда он ко мне подбегает, дают боб. Я под бобом бегу в лужу. Ладно, это самое, это все хуйня. Только вы сжуга. Фобос. Фобос, ты в печеньке успеваешь убить? Сколько хп у сферы вообще? Да я-то ее убиваю, стычки. Нет, просто я думаю, может ее грипнуть подальше. Не, если она будет грипаться, это будет вообще идеально. Она грипается. Нет, ну знаешь, что отлип, ну что-то как-то мы ее не очень далеко грипаем, мы ее просто на пол спускаем. Я понимаю, я просто пока выбираю с ледяной вот этой лужи, когда мы бьем босса, блядь. Нет, тебе прям, смотри, тебе прям целенаправленно нужно заранее, прям за, не знаю, секунд за 7 прибежать туда, где я уже буду в печеньке, грипнуть ее, если она летает некрасиво, и мы ее убиваем. Типа, ты потеряешь немножко ДПСа, типа, но зато у нас лужа будет. Подожди, Войт, ты успеешь добежать? Так, думаешь, до печеньки. Потом грипнуть ее. Когда босс закапывается. Вот закопался, и ты сразу побежал нахуй. Давай. Успеешь? Как мы делаем с этими бабами? Да? Можешь даже под нечестивости. Также, кого он берет в цель, он бежит в самую жопу, в самое далекое место. Минуя, чтобы он бежал не через лужу, которая лежит. Тут ему кидают боб. Потом кто первый, кто второй? Второй мы разбиваем, сколько получается. Смотрите. Еще один косяк я заметил, то, что вы становитесь, вот между босс на вас идет, и между боссом и вами уже стоит. Вам нельзя так стоять.
потому что вы меньше потратите время босса. Сука, сейчас убиваем инфа, сотка, я просто приведу этого Питера в звезду, давайте, блядь, все, пиздец, ебать. Давайте. Ай, доброе. Пинанс. Фласки, все говно, проверите. Готов. Что у Пинанс не так? Фласочку дать. Он АФК. Так быстро отменилось подтверждение. Сука, Пинанс, давай ебашить. Давай! Я уже заебался тут сидеть, блин. Первый, блин, всегда. Кой. Чё, будем разъебывать скоро, блин? В целка оденемся, шем, ебать, возьмем, придем, блин. Какой шем, блядь, килдалар хотя бы, бляха, людям дать для начала. Уже хорошо будет. Это херня от килдалар. Разве с 25-ки героика не лучше? Пина тут. Давай РЧ еще раз игру. Знаешь, мне как, блин, особо... Я даже не надеюсь на нормальную пушку. С героем. А давайте ЦЛК вы потом поанонируете, блядь, на ЦЛК. Давайте, блядь, заниматься ИВК, блядь. Надо подождать. Держа подав. Жуки. Кого контролишь? Блять. Верните одного. Верните. Убивали же в прошлый раз двоих. Все, пизда паузеру. Пизда. Не знаю, с контролем мы тут теневой идет. Пизда. Спасибо. Ой. Папа, мне стамину, дух, каску. Жуки идут. Черебью. Там далеко за кантом. Погружение. Блять. Бьем второго. Блять, а второй-то как он жив еще. Надо его на лучше. Да не, мы сейчас его погрустан. На пене. На пенансе. Пенансе в точке. У может. Него тучка, да, есть. Да, в тучке и уводи дальше. Ну, ты как, может кто-то грипнуть вот эту сферу ко мне, как можно ближе к ромбу? Быстрее это надо сделать. Подожди, зачем? У нас сейчас тут это есть. Ну так мы можем ее оставить и в нее босса поставить. Окей. Вот, я сделал. Ой, шо вы, блядь. Я ее разобью, нахуй. Гбоб есть? Да разбивай, бля. Да, блядь, у меня есть забагло. Не мог нажать. Сказать не мог? Я только что, блядь, начал нажимать. Или я должен за полкомнаты нажимать? Подождите, я 10 раз объясняю, что лужа, которую мы делаем первый раз, она и остается в этот раз, потому что вот эта лужа разбивается, мы ставим туда босса, и потом все по новой начинается. Хорошо. Беги, малышка, беги! Тем не менее, можно, можно в нее заходить без проблем, типа. Тем не менее, я сдох из-за того, что мы били сразу двух. Согласен. Ну, да. Я смотрю, идет каст по теневого удара. Редакция мне нет. Так, только у нас цель 8 минут КД обработки. Ну, если нахуй, что доты слишком близко стоял моб, я ну, бы да, там просто дот сбил. Угу. Что? Доты какой-то сбили, ну кто-то шок. Дота сбил. Шок был. Какой шок? Огненный. Ну, не важно, типа, чем сбили. Залупай, бля. Бля, ну это ж кайф, парни. Хоть что-то интересное, не то мы за час все проходим. Тебе-то, конечно, интересно, ты завтра на парах мордой в парту лег, блядь, и спишь, блядь. А работать как-то вообще не прикольно, блядь. Ты согласен? Так что давайте, блядь, с этого утра убиваем, блядь, работягам надо работать, блядь.
Кстати, со следующей недели должно появиться. Ребята закрыли 25-ку. Ну, должно открыться. Магазин, обновление. Ладно. Так, окей, какие у нас еще моменты не обсуждены, скажем так? Где можем еще завтыкать? Все сейчас все нормально? Абсолютно везде Фобос. Кулак питомцу хороший, пожалуйста. Я тебе. И каску всем, когда будет план. Фобос. Ау. Хороший кулак это если его дадут, не хороший, если его нет. Договорились? Да, согласен. Я не знаю. Лично, знаешь, на одного специального питомца Фобоса тратить целый лишний стак. Так а в чем попадает? Так а в чем проблема? Этот рек стоит, блин. Две голды, сколько там? Две серебряных. Знаешь, такое чувство, что у тебя, блин, питомец важнее любого другого участника рейда. А он усиливает ДПС. Там 800 где-то ДПС, это его. Мне это очень нужно. Хотя это 800 ДПС, это, наверное, в каресток. Сейчас больше бьет. Так, что там у нас, все хватает? А, фласк нам перепить. Так, что у меня нету? Что такое no flask? Ну это БФАшный почему-то. БФАшный. Сейчас, секунду. Между драйвами, блядь. Столько времени проходит, что за это время шеп собирать можно, блядь. Ну, я не знаю, нас чем самому понимаю. Давай, что... все готовы. Да, БМчик. Мобы идут. Первого заберем, второго шаку. Салю. Мабы вышли. Шакли, я потом на пулю другого. Четырнадцать секунд до закапывания босса. Дальше. Вооружение сбить. Ништяк. А вы не закрепили? Сферу не закрепили в конце. Давайте его боб. Сфера, блядь. Так вон же она лёд. Блядь, не зарылся, блядь. А, если есть гриб, вот эту сферу можно грипнуть в стеночке немножко. Если нет, то ничего страшного. Есть гриб? Следует. Он сейчас должен выкопаться или нет? Нет. Нет. Можно, да, сломать эту сферу. Давайте ему, блядь, изменился, даю боб. Скоробеев убейте. Скоробей, парни. Зачем? Да потому что поменялся. И нужно в другую сторону, да? Мы хотя бы откайтили. Сейчас он... И сейчас вырвется. Да, я знаю. Сейчас кайтим. Я просто мог запустить. И на ту лужу ведем. Скоробеев. Скоробей бить. Мабы появились. Одного шакла. Бля, кусают очень сильно, ребятки, надо их заливать. Шакл дальнего. Ага. Отлично. Скоробеев убить. Заводишь. Боже мой. Бля, почему пропадает таймер, скотинский? Появился.
Я смотрю, мой босс вообще не бил. По идее. Еще это взорвание пережить надо, потом уже, блядь, бить будем. Бабы есть у вас? И сколько секунд до взорвания? Нету вообще. Ничего нет, по-моему. 4 минуты откат, еще. Бля, почему нет таймера закапывания, ебаный ДБМ? Да, она тоже пропала. Мобы идут. 15 секунд. Скажешь, когда будет 10 секунд? Нам нужно с ДК будет уже идти туда. 8 секунд. Пошли, пошли, нет, пошли. Нет, не туда, в другую сторону, дальше, к стене. Есть возможность вот эту грипнуть к стеночке поближе? Вот мы опять его в центр привели. ДК? Ну, бля, эмоции. Погружение. Ну бегу я, блядь, я... Ну, подскажи, что ты бежишь. Он погрузился, моб. Беги, малышка, беги! Нужно было просто зайти. Вот так. Это я и слушал. А, там мы проебали лужу и умерли. Нет, на меня бежит. Сфер есть еще. Вырвался, вырвался. Сфера одна еще есть. Залейте, моба. Сейчас сделаю сферу еще одну. Беги, есть грипп у кого-то? Бейте моба. Дал стан ему, бейте. На войде бежит. Блять, ну нахуя ж вы ломаете сферы? Я говорю, я ломаю блядские сферы. Это Войд занимается, хуй пойми чем. Сейчас влазим. Это все, у нас больше сфер нет, да? Нету. Босс, 40%. Переводите его. Мобов, маленьких убить нахуй. Бейте босса быстрее. Сейчас первую пачку надо. Меня бьет босс. Понял. Скоробеев бейте, блять. Они нас выебут. Ауе, пауе. Бейте моба. У нас один БР есть. Стан, сука! Моба бейте. И зыбку отдал, сука. Ёбана в рот, на фулл хильте. Хилим. Жука быстрее смени. У меня 30. Остальных контрольте, блядь. Контроль. Вставай, паладин, эфир. Бля, мы не сыграли с пеной немножко. Все, играйте, блядь. Хуй знаю, мне все пиздец. О, бейте. У меня 12 секунд раба, 12 секунд раба. 9 секунд. Эфира еще у паладинов есть. Ну так-то можно и идти. В нижнего кину трапу сейчас. Кинул трапу в нижнего. Колесонга, внимательнее. Нет, не забывайте метки прохиливать, блядь. 3 человека отъехало от этого. Пиздец. Чего страшного, блядь. Он вышел. Павел уже вышел. У меня 15 секунд КД. Сейчас шакл пойдет. Трапа. Трапа КД 10 секунд еще. А мне пизда. Да у нас, блядь, не захил, блядь, происходит нахуй на последней фазе. Вообще, блядь, заебись. Да, она как-то хуя мне делает каст 2-3 секунды. У меня такого в жизни не было, блядь. А, я понял почему. Потому что у меня сломан, блядь, был. А нет, сейчас сломан. Бля, я уже так надеялся, что мы убьем. Сколько у него осталось? Или миллион осталось, или сколько? Да он, мы перевели, у него стало хп больше, чем, блядь, было. Сейчас сломаюсь, нахуй. Шмот. Раньше уже. Да, я сейчас поставлю. Барбос. Поздно, лучше сумон. Не, ну, все отбегали красиво, на самом деле, практически. Зачем ты побежал, просто сдох? Ставлю жизнь. Хотел в последний момент забежать в лужу. Не вышло. Лучше не рисковать, на самом деле. Вы же кричали, лужи надо беречь. У тебя инженерки нет, поэтому ты это не откатишь. Не, типа, беречь, что их надо. Типа, если есть возможность катить, катим. Если нет, типа, ну что делать? Ну, блин.
и не ломайте блядские сферы, молю богов просто. Не, мы на ласт фазу вообще не пробьем. Да, мы переведем быстрее, но смысла будет никакого, потому что будут и жуки выходить постоянно. Так потому что надо, сука, пачку залить жуков и потом только кирусовать. Поддержим вода. Я сказал мне сумолить. А вы дали Керу на 40%, блядь. Что перевести? Да приведется оно и так, блядь. Блядь, Балзер подамажился, ебись бы вам, заебись, блядь. Я бы тоже, знаешь, был доволен, если бы мог дамажить, умел, блин. Пусть сижу хуйню страдаю, сам по себе. Жабана, что там у тебя? Ну нет, Сулана. А, шкаф. Я прошу Сулана. Как же хочется пиццы. У тебя будка в секунду, а не 2 и 4, блядь. Когда, Ваня, ты дамажить будешь больше 10к, а не 9, ты тогда будешь хотя бы что-то говорить. Паша, когда ты будешь хотя бы паузер дамажить, блядь, ой-ой-ой-ой-ой. Если я буду как паузер дамажить, я не буду в Вов играть. Осуждаю. Чего вы обижаете? Ебать, вы буллеры. Мне похуй на мой ДПС. Я вообще ретриком играть не хотел никогда. Ну ничего страшного. Он танк. Он не обижается. Паша, а у тебя какое продание? Это не танк. Я тебя дамажу больше. А ты это, печать кидаешь на босс? Какую именно? На захил. Я жабодав. Ну конечно. Да. Жабодав, ты ветку уже замутил под массакру, надеюсь? Нет, конечно, не хуй делать. Да. На последней фазе, знаешь, Ты мне минут назад сказал, что ты не хотел вообще ретриком играть. Пена, можешь продолжить 4 потом? Я мейн ретрик. Ну я, блядь, ветку-то делал. А я нет. Чё вы там, блядь? Кстати, сколько мы сейчас оставили? Да хуя оставили. А не, меня ждали, спасибо. Подходите, чё вы стоите-то, блядь? Давайте, парни, всё, мы машины, мы жёсткие. Тихо, не трогайте. Давай, стойте, Паша, снимай вот эту вот хуйту, блядь. Будет у тебя так же, как у Фобоса, блядь. Ну его нахуй, блядь. Какое? Да вон он бегает, блядь, в праздничной этой, блядь, маскировке. Нахуй, да, эту праздничную вообще в пизду. Она не праздничная, она какая-то убийственная. Паш, да, если сделал, да. У меня просто анимации атаки не было, когда я... В бафах костюм призрака, блядь, черепы голубые, блядь. Нет у меня. А, есть. Ну, сделал. А чё у Хилана может стать хуже, я не понимаю. Да хер знает, лучше убрать всё равно. Касит не сможешь, блядь. Нихуя себе. Вот это заявочка, да? Ну. Заявочка рабочая. Обус, у тебя камень работает в голове? Конечно. А, хорошо. Блять, не могу сломать. На. Мобыш. Мобы. Моб сейчас кастанет. Блять. А чё с ним, блять, такое? Как-то... Потяните. На пенансе нет. Двадцать пять секунд. Моб. Подсобишь ДК? КД. Понял, ломаем.
Я бегу. А, ты берешь все, я... Ой, блядь, тихо. Нужно будет стан. Ко мне. Стан. Вы гоните, сука, или что, нахуй, ёбаный рот? Боёк, блядь. Боёк, есть, если что. Только ты... Как можешь... Бейте эти. Бля, боёк упал. Давайте ещё посидим. Я не могу понять, в чем проблема убежать в самый конец изначально. Только вас выбрали в цель. Синее вон, кто и сплошной. Чтоб вам там дали боб, и вы от этого боба пришли в сторону кружочка, так. Там, где ближайшая лужа. Вопрос такой. Завтра все смогут? Да какая разница завтра? Тогда. Я, да. Чтобы сейчас не сидеть. 8 до 9. Если все смогут, завтра просто домучим. Давай еще один раз попробуем. Давайте, я тоже согласен на ластрай. Ой, ты сможешь? Наверное. Завтра пораньше будет, все красиво будет. 25-ки тоже парни, а ну бы не с первого раза убили, ничего страшного. Главное не тильтиться. Я чувствую, что очень много людей затильтятся, мне это вот вообще не нравится. Ну, это раз, в следующий раз. Ничего страшного. Во сколько в итоге собираться? Не знаю, какая сцена освободится. Напишите в 10 минут. Ну, конечно. После 7. Может быть, и раньше. Да посматривай. Просто. Давайте сейчас убиваем и все, нахуй. Просто знайте, что у вас 6 сфер. Нужно 5 взорвать, не больше. Были бы у нас проблемы с тем, чтобы с сферами факапим. Факапите, блядь. Жук, блядь, зарывается. Клуб АКД, блядь. Не, ну жука нужно... Типа у нас жук по полю гуляет. Смотрите, объясняю еще раз. Делается лужа мною, вот здесь вот, которая не трогается практически вообще. И в эту же лужу, когда мы босса отводим, мы ставим этого маленького жука, и тут его в луже убиваем, чтобы он не зарылся. А у нас почему-то постоянно этот барбос, он где-то здесь гуляет. Ну, цел убегает. Молодцы. Зачем вы это делали? На меня нет ни одного бафа. Это случайно получилось. Ну я разбафаю сейчас, подожди. Да, куда, блядь? Вы что, рофлите? Бить его будем? Да, бей. Нет, вайп. Давайте лучше упадем, это хуйня полная. Это ничего страшного, давайте еще это 2 минуты. Вы бафуйтесь, сука. Я за это время, блядь, детей нарожаю, ебаный в рот. Я сидел, кушал рыбку, спокойно. Я самое что вот надеюсь, что никогда не всплывет информация, типа на каком-нибудь форуме или типа там на сайте, где подсчет, типа, плов идет, сколько раз вы умерли на этом боссе. Сука, там будет отчетность, не переживай. Раз 10 мы уже умерли. А вон, 8 раз. А, на 8 мы 9, сколько? 8 раз, да, мы умерли? 9. Ребята, я их бежу, блядь. Парни, ну ничего не страшно, ничего страшного. Если что, типа, нас лагало у всех. Войт, не все такие, как ты. А чё я-то? Ты не принимаешь этого, ты должен это принять. Не все такие, как я, лобы, что ли? Не все такие, как ты, хотят за минуту бафаться и сразу пулять. А, я понял. Блин. Да что тут обидно? Чисто что стоит, чинись. Я знаю, нахуй в РБК в этот Курлаги ходили, как-то там челики. Типа, блядь, этот на кубах встал какой-то вар, блядь, и он в ТикТоке видео смотрел, нахуй губ не зажал, нихуя. Ну это, кстати, я был. Пиздец, блядь. Помню, мы с Пашей в Ульду ходили, блядь, и там, помнишь, это сова была, блядь. Я пивас пью, вообще не бьет босс. Подождите, пацаны, я пивас пью, ничего страшного. Да, ему там в Дискорд, Иннер. Да у меня музыка была, я не слышал. Да. Это кулак можно? Да чего, пацаны? Нельзя. Жестко. Так вот, блядь. Давайте не проебёмся, пацаны, блядь. Почему мне так смеяться хочется? Потому что у тебя Пет, блин, кулак себе в жопу сует. Он забывает. Даже не звезду, надо дальше отводить. Да вообще пиздец, нахуй, да будь моя воля, я бы его, блядь, тут
Нахуй. Так и надо вот сюда вот отводить. Вот сюда. Тут нету ни луж, ни хера. И он бежит. Весь рейд должен быть параллельно печеньки быть. Чтоб он не задевал эту лужу первую, которая у нас лежит. И все. Куда в звезду надо отводить? Да. Да маны мне не хватает. Маны хватает, шо? Чё-то пацаны, я готовлюсь. СС кинь. Кому? Дзаня умирает у нас. Кто у нас умирает? Сихуйка. Я умер, коли на мене накинул. Все. Або ты. Готовы, шо там? Асу. Пиздец. Пауза. Ой, блядь. Лужу кинул. Чуть не запулил босс. Это не пусть я. Я босса... Нет, смотрите, надо моба сейчас и проки ожидать. Какие проки, похуй, вообще сам виноват. Да не, это не... Так что это пиздец? Фейс бил. Да я про фейс бил моба. Да и похуй тоже моб. Ну подумай, давай, может, вообще без БЛа будем бить еще, что с ними, блять. Фейскаш, когда у тебя, ну, вообще, точнее, даже, когда катится. Кому дать СС? Ой, это не циркуль, где можно на похуй бить. Там тоже нельзя на похуй бить. Там вообще пиздец, там еще хуже, блядь. Он гулю моему дальше, ой, гулю вас стоит. Ок, ты можешь какашки дать, реально? Какашки. Мобы. Второй моб. Мобы идут. Кого заготовлю? Да, не скажем так. 12 секунд. Моб, стань сбить. Нормально поставил. Да. Можно? Нам надо... На лужу моба. Закол, блин. Погружение сбить. На це. Понятно. Блядь. Ребят, в чем? Павла на месте? Или АФК? А при чем тут это, блядь? Можно на лужу его поставить, чтобы вот погружение это, вот не это, было? Вот это череп, грипнут на меня. Быстрей. Конечно, бесконечный грип, блядь. Нет, это грипа, да? А затаунтить сможешь? Бегитесь. Жуков застанет. Да, только не тогда, когда он... Моб появился. Скайбей тоже бить надо. Больших. Меня бьет. Блять, я не могу видеть. Нас стоит умер. СС был. Не было? О, все. А, ну если нету. Да, завтра все. Все. Ну, ничего страшного, завтра. Мотайте свои ошибки на ус, пожалуйста. Или бы мы его никогда не убьем. Не, убьем, по-любому. Фух. Не, ну это было хорошо, это было весело хотя бы. Неприятно, конечно, что не убили. Что за ташкинский? Смотри, давай вот разберем их. Танк не отводит туда, куда ему, ну, сказано, совершенно. Нет, сейчас он ничего... Подожди, то разберем все. Без наезда, просто объясняем. Потом берется, блядь, еще грипается непонятно лужа. Опять-таки же, по урону по лужам там опять есть, присутствует танк. А боёк не убегает совершенно, постоянно умирает от практически каждой притяжки и кидается непонятно от паузеры бопы, когда их говорятся не надо кидать. Что еще? Давайте вспомним Хапала, который метки не прокидывает. Да ну хватит. Ваня, я не должен их, блядь, прохиливать, нахуй, мне поебать, бля, я ретрик. Тихо, ты должен хилить метки. По ухп где-то так.
Я, как мне было сказано РЛом, правильно, хилю вспышкой света по 5к. Если бы я еще хилил, как мне до этого было сказано, еще бы нижними, блядь, скиллами, то я бы тогда вообще ничего не захиливал. Дай фейс спорту, да.